С 23 по 27 октября прошли основные мероприятия в честь юбилея Латгальской центральной библиотеки. Сегодня это современное, многофункциональное культурное и образовательное учреждение с большим кругом своих читателей, отзывчивым персоналом, большим книжным фондом, обновленной инфраструктурой в историческом помещении Дома Единства и 6 филиалами в микрорайонах города. Мне кажется, что Латгальская центральная библиотека, встречая свой 80-летний юбилей, она очень современная библиотека, которая постоянно меняется, постоянно предлагает новые виды услуг, качественные виды услуг. В день открытия юбилейной недели, 23 октября, в секторе отраслевой литературы состоялась презентация виртуальной выставки Латгальской центральной библиотеки 80. Это плод долгой исследовательской работы на протяжении целого года. На нашей домашней страничке вы можете найти новую виртуальную выставку Латгальской центральной библиотеки 80. Это очень объемная и интересная выставка по истории нашей библиотеки. Этой выставкой мы говорим спасибо всем сотрудникам библиотеки, всем директорам библиотеки, которые когда-либо работали здесь, развивали эту библиотеку и сделали такой современной, какой она есть сейчас. В рамках праздничной недели также состоялась встреча с даугавпилскими литераторами, награждение самых активных читателей, встреча с бывшими работниками библиотеки и конкурс для пользователей социальной сети Facebook. 26 октября в Даугавпилсе гостила писательница Нора Икстене. Ее визит – прекрасный подарок и библиотеке, и городу. Вижу, что город очень развивается, и очень много инноваций, и очень хорошо всегда тут быть обратно. И тоже иногда по пути в Бертинелле, что есть дом Райниса. Так что я могу сказать вам, вам повезло с этим городом. Это была беседа о ее романе «Молоко матери». Он вышел недавно в серии исторических романов «Мы, Латвия, 20 век». Роман переведен на русский и английский языки. Цикл мероприятий юбилейной недели закончился 27 октября.